Всем привет! Собрались на персиковую ферму, где можно прийти, заплатить, покушать персики и набрать с собой. Ехать нам вот столько, получается, вот в ту сторону. Я, Алексей и взяли Сашу, поедем, посмотрим, что там за ферма. Погнали! Заехали заправиться тут, Алексей Васильевич деньги сует мне, представь. Заехали заправиться, и сейчас вам покажу. Сэр, can I picture, please? Hi, sir. Nice car. Can I picture, please? Sure. Yes? Oh, thank you. Wow. Осталось 6 минут до фермы, ехали так где-то час, ехали. Сейчас посмотрим, как тут что будет. Сейчас мы это будем кушать, Женя. Прям с деревья рвать и кушать. Ну не так много, да? А, вот такую нам надо корзину. Да, вот такую. Вот такую большую. Я думаю, на корзинке сколько? Ну две возьмем, наверное, да? Две мало. Смотри, вот. Today's pick собраны сегодня, получается. Саш, не надо только. Но мы ж пойдем есть же. Пойдем сами собирать. Ну, пойдем сами, еще там пойдем. Да, соберем. Три? Сразу 1.25 за картошку. Мягенькая. Так, мы взяли, короче, три корзины. Надо женам позвонить. Три корзинки. Car? You drive. Yes. Взяли три корзинки вот таких. Стоит одна $10. Дама, она сказала, что она покажет, куда нам нужно ехать и где мы будем собирать. Вот. Сейчас вот садимся. Она сказала, чтобы мы шли за ней. Садимся, едем. Окей. Это очень много. Я да, такой... Те сняли просто, да. Прикинь, смотри. Собирать их. Вот они, ребят.
Вау! Вау! The next ones are probably easier. This is kind of grass. The, yes. Can I eat and put? Yes. Yes. Okay. Okay. You with us right now? No, no, I'm leaving you. Okay. Okay. Thank you, miss. What's your name? Beth. 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 Yes. I'm Eugene. It's Eugene. Alex. It's okay. Such... Sasha. Hello, Sasha. Thank you so much. Okay, thank you. Y'all have fun. Bye-bye. Hey, be careful. Вау. Yes. Вот, короче, вот такие вот персики, ребятки. Я ну-ка. Сейчас возьму один. Ну-ка. Вау. Это просто вкусно. Алексей Васильевич, ну как же? Это вообще, я первый раз в жизни так. Ну, не знаю, у нас в России на Кубани, наверное, да, так? Ташкент, наверное. Ташкент, Кубань. Напишите, где так делают. Сладкие, но жесткие. Жесткие, но сладкие. Надо брать такие по стрельбе, да? На самом деле... Думал, что немножко по-другому будет, но в целом вот так. Смотрите, так вот они растут. И вот здесь целые плантации. Поедем? Я думаю, да. Короче, дело такое. Иду за последним перчем. Иду за последним перчем и еду. Итак, за финалем. Объелись мы знатно персиками. Не знаю, сколько мы съели, но порядочно. Едем сейчас час назад. А что примечательно? Что примечательно? Примечательно то, что ребята приехали, оставили нас и уехали. Говорит, вот здесь собирайте. Я говорю, как по-российски или по-сибирски бы мы как сделали сейчас? И ответ сразу с первого раза был правильный. Открыли бы багажник, как говорится, достали бы мешки. И тут действительно, тут просто можно даже с земли собирать. Вот, потому, как сказал Владимир. Небезызвестный нам Владимир, да. Но так все собрали, корзинки, они, видите, растут прямо вот вдоль дороги. Вот, примечательно, вот здесь... Напротив дома, навряд ли, что они как-то относятся к ферме, вот, ну вот дома, а напротив сады персиковые. По русской ментальности ничьи. Ничьи, да, по сути, как бы и ничьи. Забора нет, вывесок нет, как бы, какие-то вот здесь есть, что, ну, наверное, ешьте или берегите желудок, наверное, там написано. Окей, едем домой, час обратной дороги. Не зря съездили. И здесь, кстати, дешевле бензин на 20 центов, чем у нас. Вот. Всем хорошего настроения. Пока-пока, едем дальше. Всем персичной жизни. Перч лайф. Окей, бай-бай.